Расскажи, пожалуйста, еще раз, что сегодня произошло? Это того не стоит. Станет только хуже. Что же теперь делать? Не расстраивайся. Главное, что я тебе верю. И кажется, я знаю, что нам нужно сделать, чтобы уладить этот скандал. Честно? Что же надо сделать? Главное, чтобы люди поняли, что тебе настолько плохо от этой несправедливости, что ты решаешь покончить с собой. И мы разыграем попытку твоего самоубийства. В принципе, может сработать. Только нужно, чтобы кто-то из соседей увидел это. Точно. Ты повесишься. И я перережу веревку и начну звать соседей, чтобы они помогли мне привести тебя в чувство. И вот увидишь, через пару часов все об этом будут говорить. Я всегда знала, что ты самый умный у меня. Надо достать веревку с кладовки. Тогда иди за веревкой, а я пока подумаю, что сказать соседям. Хорошо, ты справилась с узлом. Молодец. Отец в детстве научил. Не знала, что в жизни пригодится. Так, давай пройдемся по плану еще раз. Ты вешаешься. Я отрезаю веревку. Ты падаешь. Я выбегаю на улицу и начинаю звать соседей на помощь. И возвращаясь вместе с ними обратно, и ты начинаешь в это время тихо-тихо приходить в себя. Отличный план, я готова.